Ладно, ты будешь на стримхате Корбана. Не, он меня не приглашал. Ну, типа, я бы не против на самом-то деле. Я слышал, да, что-то такое, что он хотел подобное сделать. Я не помню, он, по-моему, где-то в битве блогеров об этом рассказывал. Что-то где-то... Или кто-то мне рассказывал. Я, если честно, не помню. Знаю, что он подобное планирует. Вот, что сказать-то хотел. По поводу стримхата Коробка, да я бы с радостью поучаствовал в подобной движухе. Но единственное, что он, насколько я знаю, он же с Мурманска не переезжал, да? Он же там и живет. Вот. Насколько я знаю. И типа... Ну это охренеть как далеко. Еще и с этим коронавирусом, типа, ну хз. Хз. Честно, хз. Тебя Лычагу укусил? А что, Лычагу тоже делает три отметки на ФЧ? Не, я знаю, что много кто три отметки на нем делает. На афгасах. Вот. Типа я бы не против, но хер его знает, как туда вообще добраться. Это край света. Это пересадки 3-4, наверное, надо будет делать. Из Одессы в Минск, из Минска в Москву, из Москвы в Мурманск. Или где он там? Или он будет где-то, я не знаю, где-то в Москве будет снимать и там делать. В принципе, это было бы логично. Хрен знает. Ну, типа, если позовет, я, если там не будет сверх жестко, то можно было бы. Как по мне, это был бы крутой контент. Но сейчас, конечно, проблемки с этим есть. Но учитывая то, что Коробок морозится даже от стрима, то все с ним понятно. Зазнался, зазвездился. Почувствовал себя звездой. Обещал стрим. Нихера. Не, там просто челлендж прикольный придумал, типа, я хотел на нем бабло нафармить. Там просто изи бабки были бы за челленджи, которые я ему предложил. Просто изи бабки. Как насчет стримхата с МВМ? С удовольствием, вообще с удовольствием. Вместе с Никитосом, с кем там, с Джастиком, ну, с Сотником мы уже вроде нормально общаемся. Хотя Никитос вроде там проявил адекватность, так сказать. Хайпим на фугасах, так сказать, да, потому что можем себе позволить. Многие из вас скажут, слушай, Блади, а ты же ненавидишь фугасы, да. Ты же презираешь фугасы World of Tanks, да. Почему ты тогда на них играешь? А потому что я всегда на своем стриме заявлял, что мне на эту игру, ну, просто насрать. Я говорю как есть, мне на нее насрать. Пусть тут по 15 арт будет в бою, мне абсолютно все равно. Что я буду делать? Я буду ныть дальше, что, ёб твою мать, ВГ кончены, по 15 арт в бою, но все равно буду играть. Почему? Да потому что я для вас стримлю. Это, грубо говоря, работа и хобби. То есть работа, которая приносит кайф. Ну, то есть мне приносит кайф сам стрим и общение с вами. Но так как вы больше смотрите танки, то приходится стримить больше танки. Вот, поэтому я в любом случае, типа, мне не важно, уберут отсюда фугасы, не уберут, там, выведут арту, не выведут. Я уже к этой игре перегорел полностью, в ноль. Вот, так что, типа, лицемерие ребзики никакого нет, я не перебываю сейчас, я эти слова на стриме произношу уже не один год. Вот, поэтому я могу себе позволить поиграть на фугасах и хейтить их. Вот, потому что, ну, блин, это нормально, слушай, когда ты, как бы, ну, признаешь проблему очевидную, да, как бы для всех. Ненормально, когда ты эту проблему не признаешь. Более того, говоришь, что это вообще не проблема. Тогда как бы вопросы возникают. Типа, какого хера, чувак? Что за дела, я не понял. Как не проблема, если это звездец полный? Ну, если вы понимаете, о чем я. То есть, ну, такое. Так что могу себе позволить, ребят, мне на эту картоху насрать. Ну, потому что я не терпил осанные карто... Ну, ВГшникам очевидно похер. Ну, типа, очевидно, им насрать. С прибором на свою игру, то есть на то, что у них там фугасами в силуэт кидают и так далее. Они там что-то попукивают на тестах, на песочницах, но в итоге, как мы увидели, они что-то арту ни хрена и не понерфили, как оказалось. Некоторые вовсе говорят, что апнули. Ну тут надо уже на арте, типа, хоть уметь немного играть. Вот, хотя на самом-то деле я не удивлюсь, если они ее апнули в очередной раз. Вот, а почему, ребят, фугасы? Потому что фугасы — это контент, который веселит народ. Больше людей смотрят, соответственно, хайп на фугасах. Все очевидно, максимально говорю по факту, типа, как есть. Ёб твою мать, 516, серьезно? Это сколько на нем можно выдавать? Ёба-боба. Просто аминь, братик, 1100 с барабана, с трех выстрелов!
вообще в силуэт просто херачишь и не паришься. Алло, картош, у тебя нормально все с головой там? Поехали, я деда под кибербулю, так сказать. 330. На, братик, наберешь. Ну ты понял. А чё так много? А почему так много? Просто 2700 с двух барабанов вообще не парит в силуэт. Зашло. Да как так на 500-то? Почему так много? Я 3700 дал просто с трех барабанов. Просто реально по 500 кидаешь. Деду седьмому в лоб 500, там 440, по-моему, да? 446. Это слишком много. Это слишком много. Я реально в ахере, я такого мощного фугаса еще не видел. Ну, помимо бабах, соответственно. Бля, страшно. Мама, я, кажется, укакался, бля. Ай, понятно. Вот, так что такое? Так что такое, если коробок позовет на хату, в принципе, можно было бы попробовать сорваться, но единственное, что это, блядь, полмира проехать надо. Пол земного шара перелететь. Ну, тут я уже хз. Хотя я говорю, этот картавый мошенник до сих пор на стрим не позвал. Я с него бабло хотел поиметь, а он не зовет. Вот, там изи бабки были бы для меня. Он боится, он меня боится, ребят. Он меня боится. Он знает, что он мне просто... Он, короче, зажал для меня бабло, ребят. Для братка бабло зажал, я понял. Все, я разоблачил его, ребят. Шест Дэн, спасибо огромное. Я разоблачил Корбана. Он просто боится мне деньги отдавать. 4157 просто зажжо. Челы, я в топе по дамагу вместе вот с коричневой свиньей, понимаете, да? Тупо две свиньи, ребят.